Жильцы дома номер 6 по улице Силкина возмущены тем, что на пешеходных дорожках, ведущих к жилым зонам, сняли железобетонные плиты, которые лежали здесь более 30 лет. По мнению жителей, дорожки находились в хорошем состоянии и не было никаких оснований снимать старое покрытие. Сейчас вместо плитки департамент городского хозяйства на отдельных участках кладет асфальт без бордюра. Потом сливается вся грязь и придет быстро этот негодность этот асфальт, потому что нет бордюров. Сказали, что так положено внутри квартальных территорий, не обязательно его делать. Мы считаем, что это неправильно, и что у нас не улучшают жизнь нам, а ухудшают. Когда плитку начали снимать, жители дома несколько раз обращались в ДГХ. Начальник сектора благоустройства Любовь Лобанова сказала, что сейчас дворовые территории в городе ремонтируют в рамках муниципального контракта. Шестой дом по улице Силкина построили в 1977 году, и с тех пор ремонт дорог там не производили. И люди не раз обращали внимание ДГХ на состояние пешеходных тропинок. На данный момент часто обращаются люди и в умный Саров, и в департамент городского хозяйства о состоянии покрытия плиточного. Оно в результате долгих лет эксплуатации стало неровным, видно арматуру, выполняются работы по такому глобальному ремонту. Снимается плиточное покрытие, выравнивается основание и будет уложен асфальт по транзитным направлениям. По словам специалиста, асфальт вместо плитки выбрал заказчик. Сделали это с точки зрения практичности. Асфальт легче убирать и чистить. Бордюр делать не планируют из-за того, что средства по контракту ограничены. Но жители дома Посилкина 6 не хотят опускать руки. Они планируют обратиться со своей претензией к главе города, после чего передать обращение в прокуратуру. Напоминаем, что в этом году запланировано обновление более 40 дворовых территорий. Меняют асфальт на въездах и покрытие на пешеходных дорожках. Ставят новые игровые и спортивные снаряды. Устанавливают пандусы. На сегодняшний день подрядчики уже завершили работы по 20 адресам. На финальной стадии обновление еще более 20 дворов Сарова. Общая стоимость этих работ составила более 12 миллионов рублей. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.